впервые встретился, увидел Валерия Борисовича 20 лет тому назад. И тогда он еще молодой дирижер, своим виртуозной игрой, дирижерским исполнением покорил нашу искушенную, любящую музыку публику. Я с тех пор, естественно, как и все любители музыки, наверное, наблюдаем за его жизнью, творчеством. С тех пор он стал известным во всем мире маэстро. Сегодня рукоплещут Гергиеву в лучших театрах мира, включая метрополитен оперы «Ла Скала», «Париж» и так далее. Он обладатель многих международных премий, награжден высшими наградами почти 30 государств мира. Теперь он 22 года возглавляет оркестр, является главным дирижером Мариинского театра. Там проходит обучение, улучшение мастерства нашей балерины, балетное искусство, оперное искусство, музыкальное искусство. И там воспиталось огромное количество наших молодых людей, которые работают в наших лучших театрах и концертных залах. Я, учитывая большой вклад в подготовку казахстанских кадров и его уважение к Казахстану, любовь к Казахстану, подписал специальный указ о присвоении ему звания Казахстану Эльбек Сапарган Кайраткер. Валерий Александрович, этот зал новый, зал нашей новой столицы, ему равных сегодня нет в евразийском субконтиненте. И по архитектурным решениям, приглашенным мной итальянским архитектором, и по вместимости зала 3500, по акустике, как говорят специалисты, и мы очень рады вас принимать. Я хочу заручиться поддержкой и сказать, что мы закончим через какое-то время небольшое нашу казахскую национальную оперу, новую, современную, классическую. Мы приглашаем вас на его открытие. Думаю, что дружба вашего коллектива, наших музыкантов будет продолжаться во благо дружбы, во благо музыки, во благо прекрасного искусства в вашей стране, в России и в Казахстане. Правда, вы уже человек всего мира, поэтому я с удовольствием выполню почетную миссию. Прошу зачитать указ. Казахстан Республикасы президентінің жарлығы. Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласы Мариинск театрының директоры, әрі көркендік жетекшісі Гергиев Валерий Абисалұлы Қазақстан Республикасының Спасибо огромное, спасибо Ивану Саратович. Я прекрасно помню нашу первую встречу. Я был тогда, ну не сказать мальчишкой, но очень молодым дирижером. И на меня произвело огромное впечатление посещение Алматы и работа тогда в группе ведущих музыкантов СССР. Мне доверили большое дело. Я дирижировал, по-моему, тремя концертами пленума Союза композиторов всей страны тогда, СССР. И как вы думаете, у кого я побывал? У представителя правительства Казахской ССР. Пять лет не был в Астане, и я хочу сказать, что поражен изменениями. Уже тогда Астана производила потрясающее впечатление, но сейчас у нас такое ощущение, что вам все по плечу. Дай Бог вам удачи в этом
невероятном процессе бурного роста. И спасибо вам, что вы не забываете про культуру. Мы все ждем с волнением как открытия нашего нового театра в Петербурге, так и открытия театра здесь, в Астане. И, конечно, будем сотрудничать. Не мне давать оценки выдающимся лидерам мирового масштаба, но я знаю, как вас любят в Казахстане, но я также хочу сказать, что вас очень любят и в России. Ваш авторитет огромен. Хочется пожелать всем вам здоровья, счастья, огромных успехов и вам лично. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться не раз. Спасибо вам.